Китайские бизнесмены ищут в Стерлитамаке площадку для производства легких грузовиков. В городе может начать работу автомобильная компания КНР. Ряд переговоров завершен. Иностранная делегация встретилась с представителями Корпорации развития Республики Башкортостан, администрации Стерлитамака и компании «Азимут Импорт». Заключено соглашение о сотрудничестве, сообщили нам в Корпорации развития. И на данный момент перспективной площадкой осматривается город Стерлитамак, где компания хотела бы производить легкие грузовики и также пока в тестовом варианте запустить общественный транспорт, именно электробусы.